Сборы в составе сборной Дагестана, для тебя это не что-то новое, но уже ты реже здесь появляешься. Расскажи, что ты чувствуешь, когда здесь тренируешься со своими? Со сборной Дагестана всегда приятно тренироваться. Вспоминаешь те года. Приходишь сюда, все так же, с каждым рубится, с каждым приходится. Все ребята сильные, набирают молодые, почти весь состав. Можно сказать, поменялся, обновился. С каждым разом прихожу, все новые и новые ребята. Очень приятно здесь работать, тренироваться. Куда вы сейчас готовитесь с белорусской командой? Где ты будешь бороться? Готовимся на Рыгинске, решили. Собирались там на эти рейтинговые турниры. Вроде с визами не получилось, и поэтому, наверное, на Рыгинском будем. И потом после на Европе попробуем побороться. Ну, уже на 79, может, буду. И на лицензионную. Ну, основной акцент делается на эти турниры, на лицензионную. Ну, лицензию у тебя не получилось завоевать. Что пошло не так в этой схватке? Можно сказать, все пошло не так. Из-за того, что туда-сюда прыгал, где-то другими вещами занимался, там, другими занятиями. Акцент не делал именно на борьбу. Последние там 2-3 месяца, может, плотно тренировался, но не хватило там стартов. Сказались, на ковре это видно было, что я не смог ничего сделать. Не пошла, можно сказать, борьба так, как хотел. И сейчас решили немного прибавить именно вот в стартах. Количество стартов, да? Что с ММА? С ММА пока даже думать не хочется. Перерыв? Ну, можно сказать, даже не думаю. Только думаю, тренируюсь в борьбе, тренируюсь именно в вольной борьбе. Больше другого пока не вижу. Как говорят, за двумя зайцами будешь гнаться, ни одной не поймаешь. Можно сказать, что там недооценка какая-то сыграла свою роль в той именно схватке со спортсменом из Греции? Недооценки такой не было. Ну, так серьезно же я его не воспринимал. Ты знал его? Знал, да, как чемпиона Европы знал. Можно сказать, я знал, что у меня всегда первая схватка, она бывает тяжелая. С любым, разницы нету, кто бы ни был, даже тот же самый там почти 40-летний кубинец на Олимпиаде, с ним тоже я где-то раздавал баллы. И с ним тоже я знал, что тяжелая будет, но немного подустал, может, я мог просто там лечь и отдать этот балл и выиграл бы по качеству. Но, видимо, голова не заработала. Ну, в ближайшее время, я думаю, мы с ним встретимся. И, ну, лицензионный турнир тоже для вас бывает непростым всегда. Ты тоже, по-моему, со второй попытки на прошлую Олимпиаду попал. Такой состав бывает, мало чемпионат Европы, наверное, да, для вас? Ну, уже, наверное, на пике своей карьеры особо не думаю, какой состав. Если на лицензионном не выигрывать, то смысл на Олимпиаду ехать или на мир ехать. Надо все эти трудности просто проходить, уверенно, готовиться. А ты единственный, получается, белорус, который здесь в составе сборной Дагестана сейчас тренируется? Отпустили, получается, тебя со своего сбора? Они с пониманием отнеслись, то, что домашний сбор, ну, где-то привычно здесь работать, и они там работают, я здесь. А я Рыгинский 74 поборюсь, потом уже особо времени нету, поэтому 79 на Европе поборюсь. И уже потом будем готовиться, уже там есть 2 сбора у нас на лицензионную.